вот, эти двоечники совсем не учились. И по идее, они должны были остаться на второй год или же в летнюю школу. Но им повезло, что я очень добрая, и вот, теперь они тут с нами, в лагере. Вероника Алексеевна, как женщина вы, конечно, очень добрая, но как учительница, но это никуда не годится. Срочно приводите мне сюда этих двух двоечников. Кажется, я уже знаю, что я придумаю. Ну, как скажете. Вот они. Значит так, дорогие мои. С этого дня вы будете учиться. Что? Учиться. Я организую для вас специальную школу в этом лагере. Поэтому вы можете не уезжать отсюда, но вы будете круглыми днями учиться. Раз в учебном году вы не тратили время на учебу, а на какой-нибудь компьютер и бесполезные видео на YouTube. Нет, нет! Да, да! Ну все, я уезжаю из этого лагеря. Ах, уезжаешь. Значит, уезжай. Наверное, никому не нужны пятерки в году. Или же ты пойдешь обратно во второй класс. Не пойду я во второй класс. Ну вот и славно. Тогда сейчас быстро. Ко мне. Прошу. Что? Ну нет, я совсем не собираюсь учиться летом. Я тоже не согласен. Ногой топать ты будешь дома у мамы. Ну-ка быстро садитесь за стол. Сейчас подтянем вашу учебу. Обманщики вы, жалкие. Эх, а стой бы воспитательницы, сейчас бы поехали куда-нибудь в какой-нибудь поход или на лодке кататься. Да, очень скучаю я по прежней вожатой. И такая она злюка, как эта. Эх, выходит к доске и решает нам вот такой пример Соня. Первым действием будет умножение. А вот и нет, первым действием будет действие в скобочках. Тут несколько действий. Ну, пусть, наверное, будет деление. Я все расписала, надеюсь, это правильно. Я все решила. Первое действие деление, второе умножение, третье сложение. Четвертое должно быть умножение, потом пятое, а потом уже шестое. Ладно, давай посчитаем, что ты там нарешала. 3 разделить на 1 будет 3. Второе действие. 1 умножаем на 5, получаем 5. Третье действие. 2 плюс 3 равно 4. Соня, какое 4? Там будет 5. 4 минус 0, хотя у тебя должно было получиться. 1 умножаем на 4. Ладно, допустим, будет 4. 1 умножаем на 4, получаем 1. Вообще-то, Соня, будет 4. А тут не 0 умножаем на 0. А 0 умножаем на то, что у нас получилось вон там. Соня, у тебя все неправильно. Я еще и после равно ответ не записала. Если бы я была учительницей, я бы поставила себе 2. Садись. Весь пример неверный, я ставлю себе 2. Фу, ребята, стыдно. Как такой простой пример решить нельзя? Ой, ребята, ребята, посмотрите, посмотрите. Ой, да это же те, которые закончили год на одни 2. У них только по пению и рисованию 4. Ах, вам смешно? Ну тогда добро пожаловать в нашу летнюю школу. Быстрее садитесь. Эх, ну вот. Брит, ну ты только посмотри. Здесь что, летняя школа? Или мы что-то путаем? Вы ничего не путаете. Проходите и садитесь. Ну вот. Со мной, со строгой воспитательницей. Вы теперь будете каждый день учиться. Будете знать, как прогуливать уроки и получать 2 в обычной школе. Поэтому наш лагерь превратится в настоящую школу. Ха-ха-ха-ха-ха! Этот смех такой страшный. Извините. Мне сказали, что ребята исправились. Я снова вернулась и буду вожатой. Ой, что? Нет, тут я вожатая, посмотрите. А, кстати, проходите в нашу летнюю школу, не стесняйтесь. Что? Я уже вроде как закончила школу. А меня это не волнует. Надо закрепить материалы за 2 класс. По составу. Корень кон, суффиксы юж и н, окончание я, основа слова, все слово без окончания, конюшня. Извините, но основа слова это конюшен.
Будете со мной спорить, поговорить с директором об увольнении. Не имеете права. И вообще, что это такое? Дети приехали отдыхать в лагерь, а вы их заставляете учиться. Заставляю учиться? Я заставляю учиться? Да, заставляю. Я не хочу, чтобы они выросли неучами. Но это не ваши проблемы. И вообще, я сегодня хочу устроиться сюда официально. И вы потеряли свой отряд. Вы слишком добрая. Что? Но я же вернулась. И директор мне разрешила вернуться. А я вам не разрешаю. Идите ищите другой отряд. Ай! Пожалуйста, хватит ссориться. Вот видите, детям не нравится, что вы постоянно кричите. Мне все нравится. Не разговаривай со мной так. Ты тоже со мной так не разговаривай. Стойте, стойте, а почему вы друг с другом на «ты»? Ой, дело в том, что это моя старшая сестра. Я ее попросила помочь по работе. Она так этим увлеклась, что теперь хочет устроиться вместо меня. Ого, вот это да! А почему бы вам вместе нас не воспитывать? Будете сменять друг друга. У всех отрядов по две вожатых. А у нас одна. Давайте у нас тоже будет две. Вы и вы. Об этом я не думала. Интересную идею ты мне подкинула. Ладно, давай. Только сейчас, чур, воспитательницей буду я. Договорились. Только никакой летней школы. Дети в лагере должны отдыхать от учебы. У них уже голова квадратная скоро станет. Ладно, договорились. Вот в такой летней школе сегодня поучились мы с ребятами. Понравилось видео, ставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и пока!